Итак, всем пламенный привет, друзья! Сегодня настало время для второй части видео про бесплатные наборы еды, которые раздаются. Ну, не совсем наборы еды, а именно одноразовый такой пакет, которым вы можете насытиться и покушать, да? А почему в два видео мы их выкладываем? Потому что получилось первое очень длинное, громоздкое. И ездил я покупал, не покупал, вот видите, я говорю, брал бесплатно в двух разных местах. Первое место неподалеку от нас, второе место было неподалеку с самого известного русского, скажем, района вообще в Америке, Брайтон-Бич. Вот сейчас вы посмотрите, какой набор дали в школе около района Брайтон-Бич. Первое видео, сразу много вопросов там было. Еще раз хочу сказать, это не продуктовые наборы на неделю. Для них не надо заполнять никаких петиций, прошений, подавать никакие документы. Вам не надо быть малоимущим, вот как Food Stamp, да, есть такая карточка, Food Stamp называется. Вы приходите, на нее покупаете в магазине еду. Она предназначена для слоев с низким заработком, да, или у которых вообще нету заработка. Это не то. Это же, я еще раз говорю, около 400 локаций. Скажем, многие люди просто утром забывают покушать, выходят, да, на улицу, заходят в эти школы, берут вот этот набор и кушают. Многие люди, например, кто проголодался. Богатый, бедный, вот еще раз говорю, богатый, бедный, бездомный, любой может прийти без всякого удостоверения получить еду. Первое видео посмотрите. Сейчас же вашему вниманию предоставляется второе видео. Посмотрите видео, поставьте ваш лайк, подпишитесь, пожалуйста, на канал, прокомментируйте, пожалуйста, тоже. Относите это как к тому, что вот просто во время коронавируса, кто хочет покушать, покушайте. Опять же, на один день дается, если у вас двое, вы можете сказать, что у вас двое. Вы можете взять несколько раз. В разных локациях. Никто вас не контролирует, никто вас не проверяет, никакие списки вас не заносят. Все это выдается, одну минуту занимает. Поэтому переходим непосредственно к просмотру видео, к моменту именно распаковки и про, как вот я попробовал, на вкус какие они. Много органик было еды и почти все было кошерное. Приятного вам просмотра, всем удачи, любви и переходим к видео наконец-таки. Ну вот и пришло время второго набора, который набор чуть побольше. Давайте уже перейдем к нему. Ажно я в предвкушении посмотреть, что же там и как это все выглядит. Так, начнем, наверное, с вот этого набора. С вот этого пакета. Какой набор? Ну, набор. Так, молочко. Такое молоко. У нас два, да, мы одно. Нет, одно такое молоко. Так, откроем все, давайте. Такое. Два таких джема. Сэндвич. Что это у нас? Сидр. Хумус. Органик. Так, быстренько пробежимся по сроку годности хумуса. Август 20-е. Август 20-е, если размывается, я извиняюсь, причины мне обманывать вас нету, поэтому как-то так. Так, оба мы проверим, будет размываться, тут написано у нас, что, нет, used by, опа, а, нет, извиняюсь, май 22-го года, я думал, май 7-го, май 22-го года, я даже... Видите, used by May 7. Я испугался, думаю, значит просрочка. Ну, наконец-то, думаю, сейчас будет просрочка. Но, видите, 22-й год. Сенсации не получилось. К сожалению, сенсации не получилось. Так, проверим здесь. Теперь у нас тоже май 22-го, 7-й, май 22-го. Отлично. Молочко сразу тоже проверим здесь. Кошерное молоко. Хумус тоже кошерный. Тут все кошерное. Кстати, помните, я говорил, что этот набор кошерный, потому что там много русских евреев на Брайтоне. Это все кошерно. И OU, никакой он там. Окей. Что ты там? У них есть какой-то кашрут, знак кашрута, который не очень. OU это хороший знак кашрута. 236 мл использовать до июня 15-го. Даже время написали. Если используете до 12 34, 15 июня. Молоко.
Это получается у нас 13 июня. Вот здесь уже 10 дней всего осталось. Так что, это все свежее, тут нету. Давайте открывать дальше. Блин, они на двоих людей дали 3, получается, таких вот пюре яблочных. Тоже, а это 21 апреля 22 года. Я не буду подходить, поверьте мне на слово. Это у нас еще сэндвич. Шоколадное молоко. Да, шоколадное же. Пошел, да. До 14 июня. 14 июня, прошу вас, дамы и господа. 14 июня. Кстати, вот эти тоже быстренько покажу вам. Вот, посмотрите. 13 июня. И вот красные. Хорошо, что они по цвету отличаются, чтобы меня никто не мог сказать. 15. Так, все здесь нормально. А, нет. Чуть не выкинул еще кое-что здесь. Так, они хорошо запаковали это все. Это у нас какая-то конфекция, наверное. Свежая. Вот это я не буду открывать. Это то же самое, cinnamon, корица. И тоже там у них срок годности, я смотрел. Они очень долго хранятся. Вот это можно годами хранить, поэтому просто положим сюда. И пробовать мы его не будем. Отличный вкус. Такое же молоко, еще такой же сэндвич, такая же кукуруза, еще одно такое пюре вот здесь. Сразу сейчас я посмотрю. Просто я, может быть, кому-нибудь подам это. Вот я не буду открывать, может, кому-нибудь подам. Я реально, не без шуток. Тут 7 мая 22 года. На молоке 15 июня. Все, остальное все свежее. Так, два сэндвича. Тут еще один. Давайте начнем с вот этого. Что же там внутри? Представляете, открываю, а там BMW. Не получилось. Ого! Тут-то наггеты. Я так понимаю, chicken nuggets. Это жареные такие куски курицы. И вот такой вот. Посмотрите, мне даже интересно. Блин, ну где сок? Я сок-то унес. Ну ладно. То же самое здесь, наверное. Точно. Да, это набор поэтому одинаковый. Извиняюсь, что жую и говорю. Это куриные такие пожаренные наггеты. Наггет переводится как кусочек золота. Ну, наггетс, чили наггетс. Такие обжаренные в кляре. Это, конечно, полуфабрикат, чуть ничего, он вкусный, хлеб тоже нормальный, в принципе, я с удовольствием его мог бы съесть. И запах нормальный. Если было бы не очень, я бы второй кусок не делал бы, вот, ребят, честно. Отлично. Тут меньше наборов дали они, меньше. Кукуруза. Вообще, это страна кукурузы. Помните, Хрущев как-то с дуру везде сел кукурузу. Довольно хорошая. Вареная. Можно соли добавить. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. И овощи есть. И мясо, вот курица, скажем, да, есть. Как вот по такому сэндвичу, в принципе, неплохо. А это что такое? Какой-то... Бобы. Минс. Вкус. Такой. Очень много протеина у него должно быть, да? Протеин. Они очень сытые. Такой, пограничный. Никакой вкус. Неплохой, не хороший, но... Когда ты голодный, я думаю, он быстро восполняет вас. Хумус, кстати, тут разные сэндвичи, придется все открывать, кусать. Хумус, кстати, можно намазать на хлеб, очень вкусно получается. Сейчас мы попробуем это сделать. Все кошерное, я уже сказал, тут все кошерное, и молоко, и это кошерный набор. Вот видите, как хорошо. Там тоже, в принципе, мне кажется, там тоже все было кошерное, там были тоже знаки кошерные.
А это шоколадное масло. С нот с орехом. Очень вкусно. Такой интересный вкус. Двоим можно наесться, я точно вам говорю. Можно наесться двоим. Мало сплю. Это сыр, да. Сыр, ну, сэндвич с сыром. Неплохой. Неплохой. Единственное, надо бы водички, а у меня теперь вопрос такой, дорогие товарищи, почему вы не добавили два таких сэндвича с сыром и два таких сэндвича с арахисовым маслом? Это все-таки арахисовое, не шоколадное масло. Неумно. Что получается, кто-то кушает сыром, кто-то с арахисовым маслом? Это же ненормально. Мы же все-таки живем в Америке. Ну, можно было же добавить по две штуки. Ужас. Вот оно. Вот оно. Пюре. Желе из яблока. Давайте. Отличный вкус. Кошерное всегда хорошо. Очень вкусно. Очень вкусно. Замечательный десерт. Замечательный десерт. Начнем хумус. Поедать хумус начнем с вами. Лично мне всегда, лично персонально мне не нравится запах хумуса. И в принципе хумус мне не очень. Хотя многие люди любят его. Обычный хумус, ну хороший хумус. Ну я не люблю просто хумус. Мне не нравится и запах его. Такая вот смесь светло-коричневая. Не нравится он мне вот персонально, не знаю почему. Попробуем какой-то из молочка, да? Давайте. Но попробуем. Принесем какой-то прибор, чтобы выпить молоко, какую-то кружечку. А, мы готовы вскрывать молоко. По 275, да, миллилитров они? Я не помню, я вам читал же. 200... Чулки-палки, где же оно? 236 миллилитров. Это должно быть шоколадное. Придется смешивать, я не хочу идти еще раз за кружкой. Шоколадное молоко, как шоколадное молоко. Так, какое попробуем? Витамин D или low fat? С низким содержанием жира. Так как я толстенький, давайте с низким содержанием жира попробуем. Кстати, простого молока вот этого с витамином D. Две баночки. Ну, конечно, вкус сейчас немножко изменится из-за шоколадного, но... ваше здоровье. Будьте всегда здоровы. Low fat, да, она как водичка. Как водичка. Это вот... Это, ну, его тоже откроем. Как водичка. Честно, мне тот набор понравился больше, хотя это тоже нормально. Вот, ну, сэндвич замечательный. И пюрешка замечательная. И кукуруза нормальная. Бобы. А сэндвичи так вот эти два. Честно, не очень. Не очень. Не так, чтобы нельзя есть, но не зацепили они меня. Молоко. Тоже. Обычное молоко. Обычное молоко. Все, мы попробовали все. Все можно кушать. Достаточно на двоих людей. Абсолютно. Первый набор чуть больше мне понравился. Единственный минус, не было молока. Но обычно там идет молоко. Если молоко там идет, все, 5 из 5, 10 из 10. Этот набор, честно я скажу, хумус я не люблю. Только хумус мне портит сейчас впечатление. Думаю, если вам нравится хумус, вам все вот здесь должно понравиться. И кукурузка, все есть. По ассортименту, по разнообразности, конечно, неплохо. Это все бесплатно. И поэтому как-то так, я поставлю 4 из 5. Даже может 3 из 5, но потому что хумус не 4 из 5, 9 или 8 из 10. Лучше так будем говорить. Вот так выглядят эти наборы, которые достаются абсолютно бесплатно, которые можно, в принципе, даже весь день провести на этом наборе. Как-то так, ребят. Никакой просрочки мы не нашли. Качество хорошее, нормальное, отличное. Получать очень быстро. Поэтому не верьте федеральным каналам. Не смотрите их, этих пропагандистов. И
Спасибо, кстати, государству, спасибо правительству, что штату Нью-Йорк, что такие вот вещи раздаются людям нуждающимся. Если вам это не надо, для видео один раз, либо вы голодные, не берите. Не берите это, пускай люди, которым это надо, пенсионеры, многодетные семьи, или, скажем, бездомные люди, или кому реально сейчас тяжело в этой ситуации. Кстати, пенсионеры, не беспокойтесь за них, и за многодетных. Здесь, в этой стране, все у них в порядке. Вот так выглядели эти наборы, вот так мы их открыли, вот так мы их попробовали. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, поставьте, нажмите на колокольчик, прокомментируйте, что вы думаете об этом, что вы думаете о канале, о видео с восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Ваш любимчик, американский весельчак Тимур, радиос, аливидерчи. Всех вам благ. Бай, чао. Ту-ту. Куда это все девать теперь? Mm-hmm.